Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Человек несовершенен по всем параметрам. То есть он совершенен как творение Божие, да? Но как тот, кто может сразу что-то совершенное выдать, он не является таковым. То есть вот человек совершенен как творение Божие, да? Правильно это поймите. Но при этом мы свое совершенство всю жизнь оттачиваем. То есть мы, Богом заложенное в нас совершенство, мы его нарабатываем всю жизнь. Кто-то руками работает, кто-то языком работает, кто-то там мозгами, ногами, там борец одно, архитектор другое, там литератор, музыкант, ну, все и вся. Они постоянно, ну, понятно, что мало кто хочет постоянно совершенствоваться, люди на каком-то этапе останавливаются. Ну, не вопрос. Этот этап, опять же, вот по соцсетям смотрю, этот этап, знаете, как можно назвать, когда люди на чем-то останавливаются? Знаете, как можно назвать? Попробуйте. Какие варианты? Ну, те, кто у меня на Trillionaire Life бывает, возможно, может быть, поймет. Ну, деградация. А? Какие-то у вас сложные все слова. Смотрите, это называется, внимание, работаю на зарплату. Да, или мне пора на пенсию. Можно. Но основное – работаю на зарплату. Вот я даже те же самые там, у нас сейчас трехдневные, сегодня вечером иншаллах начинаем. Люди порой говорят, ой, у меня такая зарплата. Я говорю, посмотри вокруг. У тебя есть вещи, которые дороже твоей зарплаты? Есть, конечно. Ты их пожелал. И они у тебя появились. Так что здесь это не важно, где, чего, как, что стоит. И вот эта зарплата – штука на самом деле проблемная. Большинство общества, они хотят чего? Вот, повышение зарплаты. Это очень неправильная цель. Очень неправильно. Ну, вы знаете, где я этому учу, почему и как, что, чего. Это не важно. Неправильная цель. У каждого, это так вам, семинарный кусочек, но в этом контексте, в контексте совершенства человека. Мы же постоянно говорим, что милость Всевышнего, что? Да. Но мы ей ставим, мы ей, этой милости, ставим ограничение словом зарплата. И это становится нашим, нашей молитвой. Все, мы вот этого хотим, чтобы нам повысили зарплату. Что касается зарплаты, стимул, не стимул, я просто рекомендую, да? Это как те, кто проходит, уже прошли мой семинар, они говорят, елки-палки, я же, Шамиль все это проговаривает, но я вообще этого не слышал раньше. Но когда человек проходит прокачку трехдневную, мои же слова, он говорит, да, говорит, он же, говорит, постоянно делится ценной информацией, я просто не мог понять это. На самом деле я и постоянно ею делюсь. В проповедях, в азах, в книгах. Вообще бесплатно. Но люди схватить это не могут. Большинство. Но уже когда три дня прокачает мозги, там такой, если кто из вас Trillionaire Life смотрел, там с этим, с терминатором там, и так далее. То есть такая замена мозгов там происходит. Хоп! И человек уже то же самое, но начинает слышать совсем по-другому. Но все же вам информационным бонусом я очень желаю, чтобы в первую очередь мусульмане были что? Да. Потому что мир материален, имея материальный достаток, мы сможем сделать больше. Поэтому цели должны быть не зарплата. Цели должны быть что? Вообще цифры. Ваши цифры. Привязанные к чему-то желанному вами. И тогда мозги начнут совсем по-другому работать. Но это долго объяснять, но чуть-чуть поняли. Да, там есть свои нюансы, но в общем вы уже поняли, что надо чуть-чуть границы. Да. Это я в контексте чего сказал? Мы, люди, по природе своей совершенны. Наши возможности безграничны. Но
это совершенство и эту безграничность мы ежедневно раскрываем за счет чего? Да, усилий. То же самое. Те, кто прикладывают усилия, мы им открываем благословенные пути. Возможно, оп, открывает. Ну, человек джухт, валядин, те, кто стараются. Ну, мало кому охота стараться, когда есть много развлекательного контента, почти бесплатного. Поэтому важно.